Доброе утро! Сегодня действительно будет красиво, цветочно, сказочно, ну и главное вкусно. Но чтобы все это осуществилось, я должна познакомить вас с главным шеф-поваром и ее прекрасным садом. Знакомьтесь, это Оксана. Она готовит невероятные блюда из живых цветов. Ну, начнем, наверное, по порядку. Не могли бы ли вы провести нам небольшую экскурсию? С удовольствием. «Сказки сада» – это ваш проект, причем совместный. Можете о нем рассказать? Ну, мы ведем его вдвоем с Аленой Петренко, это фотограф. Но у нас есть с Аленой общее увлечение – это растения. И мы очень любим фотографии, Алена этим профессионально занимается. Ну, а я как бы так, любительски, и к тому же я люблю писать. Давайте перейдем непосредственно к цветам. Ну вот из того, что здесь растет, нигела, цветочки, листья можно употреблять в салат, а когда она созревает, отдает семена очень ценные, это то, что называется черным тмином или черным кунжутом. Гвоздика, лилия, чайная роза, сотни запахов и вкусов прямо на своем огороде. Из этого буйства трав и цветов Оксана выпекает печенье, готовит желе и салаты. Меньше слов, лучше это увидеть и попробовать. Я, конечно, фрукты и цветы могу себе представить на какой-то картине, натюрморт это может быть, но вот тарелки, я себе это пока не представляю. Что мы вообще будем готовить сейчас? Фруктовый салат, зелень. Немножко нетрадиционное сочетание, но, как оказалось, очень вкусно. И украсим цветами. Какие? Там зверобой, тимьян, маргаритка и анютины глазки. Тогда можно приступать. Скорее записывайте этот освежающий летний рецепт фруктового салата. 2 банана, яблоко, апельсин, клубника и вышеупомянутые травы. Отлично впишется в этот фруктовый микс и мята. Очень освежает. Наш фруктовый салат практически готов. Мы добавляем в него цветочные нотки такие. И можно переходить к дегустации. Конечно, скажу, что цветы я никогда в жизни не пробовала, но к таким гастрономическим экспериментом я отношусь отлично. Так что прошу прощения у коллег, которые сейчас тоже хотят это попробовать, но у них это не получится. Но я обещаю, что я сейчас передам все свои эмоции в самых ярких красках. Можно пробовать? Да, пожалуйста. Так, я сразу беру с цветочком. Этот вкуснейший десерт можно употреблять и так, а можно полить медом, либо заправить сметаной. Но получается он и без этого сочным. К тому же мы за здоровый образ жизни и правильное питание. Продолжим приобщаться к этим сказочным блюдам. Оксана не отпустила нас без своего фирменного желе и печенья. Этой прекрасной кухней. Я предлагаю вам рассказать, что вы еще приготовили. Это песочное печенье с тремя растительными добавками. Я бы не хотела сразу вот так вот сказать. Танюш, я предлагаю, чтобы ты попробовала угадать, что там за добавки. Как вы уже поняли, такие эксперименты мне по душе. Я думаю, я, конечно, не угадаю. Будешь есть, пока не отгадаешь. Мята, может быть? Мята. Мята. Я угадала, невероятно просто. Ну что, друзья, салат вот у нас получился. Он невероятно красивый, на вкус еще лучше. И к нашей дегустации присоединилась вся съемочная группа. Никто не смог удержаться, поэтому вы тоже присоединяйтесь и экспериментируйте.